Люськи? Можешь тоже отойти? Привет. В моем профиле есть... Можешь, пожалуйста, мне лучше написать, потому что я веду эфир. Я не могу зайти посмотреть. Привет, откуда сейчас? Я в Алмате, а так живу в... Ой, сейчас я в Синее, живу в Алмате, правильно. Ру, я найманка. Лежатай, привет, Джакса. Жан, что ты залетела? По идее, это так прикольно жить в частном доме. Узнала меня? Нет, я тебя не узнала. Жит, ты что здесь делаешь? О боже, я тебя ни разу не видела, но мы общались буквально сколько? Неделю? Есть? Свет, ты уже вместе, да? Вы не думали, заняться озвучкой фильмов или аниме? Голос очень мил. Блин, а как? Я не знаю, куда обращаться, что да как. Так, спасибо. Не думала, честно. Сейчас в Астане. Хай же властно. Мне 20. Сколько лет, сколько зим? Жан, дит, джигатау. Жан, это мой братишка. Его зовут Жан. У меня нету мужа, я не замужем. Это волки? Нет, братишка играет в этот гонки. Молодец вообще. В каком районе живешь с семьей? Блин, давайте я не буду это озвучивать. Там слишком палевно. Всякие бывают. Мне 20. Мен Ахтубе Каласнамбулам. Привет, привет. Найманка? Да, я найманка. Excuse me? Чего тебе? Сейчас в Астане? Нет, сейчас я у родителей, в семье. Привет, с Астаны. Привет. Сейчас в Алмате. Вообще я живу в Алмате. Я прилетела вот с семьей, чтобы увидеться с родителями. Скоро в Алмату вернусь. Никогда в семье я вас не видел. Ну, я здесь училась в колледже. И особо не выходила. Потом в 17 лет, короче, я жила то в том городе, то в этом. Типа онлайн училась. Вот. А здесь у меня даже знакомых никого нет. Я сейчас сижу просто, не выпляю, что происходит. Видел тебя дома высоко. Где ты меня видел? Теннис играешь? Большой теннис? Пробовала. Я училась на менеджера по туризму. Надеюсь, мне никто не будет хейтить за то, что я на камеру кушаю. Пусикины, что на меня смотрите? Приятного аппетита, спасибо. Отлично. В Алмате гоу. Я реально в Алмате. Из-за того, что у меня работа онлайн, я почти не выхожу из дома. Рост 1,60 с чем-то. Борсаки мини. Кто с какого города вообще меня смотрит, ребят?